Данная система BilletBar.kz была разработана еще в 2012 году нашими вот ребятами постоянно, но мы запустили ее только 1 апреля 2014 года. Вот, как вы видите, это общедоступный интерфейс. То есть здесь вы можете посмотреть все события, которые есть на нашем сайте. На данный момент в Астане мы подключили Астана Опера, и в городе Караганда у нас есть тоже наш клиент, это Карагандинский театр музыкальной комедии. У нас первая проблема, которая решает наша задача, это синхронные продажи. То есть помимо того, что мы представляем онлайн-продажи, мы также даем способность культурным заведениям продавать билеты через собственные кассы, то есть синхронным путем, традиционным путем, то есть наличными через терминалы самообслуживания и через мобильные кассы. Мы называем мобильные кассы — это агенты, то есть дилеры официальные. У этих агентов есть определенный интерфейс, где они, допустим, находясь где-нибудь на остановке, могут продавать билеты. Мы упростили механизм, мы сознательно убрали регистрацию пользователей, так как главная задача этого сайта — это просто, чтобы люди смогли купить билеты. Мы с 1 апреля 2014 года запустили этот проект. Около 40% продажи билетов проходит через интернет сейчас, на данный момент. То есть 60% — это, конечно, наличный расчет, так как у нас люди, получается, все равно привыкли оплачивать наличными. Но мы гордимся, что 40% получается продаж проходит через наш сайт. Наша система, она с виду кажется очень легкой, но на самом деле это внутри очень-очень сложные получается алгоритмы и механизмы, очень сложная архитектура. Мы предоставляем менеджерам культурно-зрелищных учреждений их админский модуль. То есть все, что вы здесь видите, все это забито непосредственно менеджерами Астана Опера. То есть начиная с афиши и заканчивая тарифами на билеты. Также мы при подключении заведения мы полностью оборудуем их кассу, то есть мы ставим свои компьютеры, свои термопринтера, и также оборудуем еще устройство для входа получается, людей. То есть каждый проданный билет через нашу систему, он оснащен QR-кодом, уникальным QR-кодом, и когда человек приходит, получается, на событие, у контролеров есть специальные сканера, и они сканируют, и люди проходят, получается. Мы также разработали и мобильные приложения для App Store и для Google Play. Вот, соответственно, Ернар, он разрабатывал мобильное приложение для iOS. BilletBar.kz. Статистика не такая, конечно, большая, но, в принципе, приложением пользуются.